Добрый день, дорогие друзья. Пункт добрых дел продолжает свою работу. Часы приема вещей с каждый день по будням с 15 до 18, кроме субботы и воскресенья. Прием вещей продолжается. Сегодня мамочки принесли новые вещи. Ну, скажем, новые они для нас, но, конечно, они уже были в использовании. Но вещи все хорошего качества, поэтому мы всех ждем, с радостью поделимся этими нашими замечательными вещами. В основном сейчас много очень вещей на девочек, это 5-6 лет, ну и на мальчиков тоже есть. В группе «Контакт» я узнала о такой социальной службе, созданной у нас в городе. Конечно, с радостью я пришла, принесла тоже что-то из вещей, вот, и предложила свою помощь. Теперь вот сегодня я провожу дежурство. Дежурство и принимаю как раз вещи наших горожан. Дорогие друзья, ждем вас, как я уже сказала, каждый день с 15 до 18. Будем рады всем. Приходите. Дружба.